Всем доброе утро. Сегодня 4 сентября 2022 год, ЛНР, город Брянка. Воскресенье, друзья. На улице холодно, 11 градусов. Но это сейчас уже 8 час. Ночью, возможно, было еще прохладней. Шел дождь. Сейчас до сих пор вот такой мелкий. Или с деревьев, но все равно брызжет мелкий дождь. Небо чистое. Обстановка прежняя. Вечером бахали, ночью спала спокойно. Иду кормить котиков. Не знаю, выйдут они по дождю или нет. Вот дождичек. Ну, а в целом, друзья, все нормально. Всем желаю мирного неба над головой. Вот они, красавцы. Крепкого здоровья, семейного благополучия и всего-всего хорошего. Всем мира и добра.